Не обязательно выходить из дома, чтобы оформить документы на получение детских пособий. Подать заявление на получение денежных выплат на детей лучше дистанционно, говорят сотрудники Пенсионного фонда республики. Это позволит не только сэкономить личное время, но и сохранить здоровье. Подробности у Али Баташева. С 1 июня все семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Это касается всех россиян, проживающих на территории своей страны. Обратиться за этой выплатой лучше и проще всего через портал госуслуги. В заявлении необходимо указать СНИЛС заявителя и номер банковского счета. Процедура займет немного времени и позволит избежать возможных очередей. Времени для подачи заявления более чем достаточно, говорят в Пенсионном фонде. Заявления принимаются до 1 октября. Подать заявление можно дистанционно через личный кабинет на портале государственных услуг. Если в семье двое и более детей, которые имеют право на указанные выплаты, заявление подается один раз. И в этом заявлении указывают всех детей, которые имеют право на указанную выплату. Вышеуказанные выплаты осуществляются только на банковский счет заявителя. При наличии сертификата на материнский капитал заявление на выплату детям до 3 лет должен подать только владелец сертификата, напоминают специалисты. Опекуны также могут подать заявление, но для этого нужно лично обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ по предварительной записи. В связи с распространением коронавирусной инфекции отделение Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии принимает все необходимые меры по недопущению скопления людей в клиентских службах отделений и максимально быстрому и бесконтактному приему заявлений на детские выплаты. Уважаемые жители Карачаево-Черкесской республики, просим вас обращаться за выплатами дистанционно путем подачи заявлений через портал государственных услуг. И только в случае крайней необходимости приходить в клиентские службы территориальных органов Пенсионного фонда. При этом следует предварительно записаться на прием через телефон или через сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. У семей есть почти 5 месяцев, чтобы обратиться за выплатами. Вся необходимая информация опубликована на сайте Пенсионного фонда. Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия.